Что-то впечатли меня. Пробоина корпусу. Система защиты вышла из строя. Феникс не сможет телепортироваться на поверхность. Собирался что-то. Улучшение завершено. База атакована. Ты собирался что-то сказать?
Начать кровопролитие! Борода Урал. Мы вступили в бой с противником. Враг увидит, на что вы способны. Ты собирался что-то сказать? Враг увидит, на что мы способны. База атакована. Враг увидит, на что мы способны. Борода Курал. Враг увидит, на что мы способны. У меня железная воля. Я не потерплю вмешательства. Убоги! Их корабли рвут копье Атуна на части. Солнечное ядро в критическом состоянии. Мы больше не сможем помочь тебе, Иерарх. Ты и так помогла нам, Рахана. Ключ почти полностью заряжен. Продержись сколько можешь. База атакована. Твои руки запятнаны кровью. Арканис, лже-спаситель, сопротивляясь, ты несешь своему народу лишь смерть. Иерарх, сканеры засекли огромное количество протосских биосигналов. Амун послал всех одержимых тамплиеров на захват ключа. Мы выстоим, Каракс. Мы должны. Максимальное количество энергии. Победа близка. Не теряйте веры, братья. Враг увидит, на что мы способны. База союзника. Готовность к нападению. Я соглашусь с тобой. Мы вступили в бой с противником. Враг увидит, на что мы способны. Здесь, среди теней. Достойный крик. База атакована. База атакована. Атакована.
вообще сложная миссия. Энергетическая матрица заряжена. Ключ готов к использованию, Иерарх. Воины, отступайте к ключу. Пусть они приходят. Освободитесь от Амуна! Отсеките нейронные узы! Нет! Мы едины с Кхалой! Кем мы станем без Кхалы? Что нас ждет? Свобода. Изгнали темного обратно в пустоту. Мы обрели свободу. Все благодаря тебе. Я воплощу нашу великую мечту о едином народе. Мы соберем выживших. Отстроим города. Мы отринем старые разногласия и построим новое общество. Вместе мы будем вершить свою судьбу среди звезд. Один Нексус потерян. Так, ну и дальше что? А, все, конец. Это невозможно. Иерарх, мы получаем чужой сигнал. И он Сульнара. Это Керриган.
Так, ну получается последняя открылась. Вот эта пустота зовет. Цену невероятных усилий изгнали ОМОНа. Так, но это еще не конец. В пустоте питает древнее существо, посылающее любому, кто его готов услышать, отчаянный всеумный зов. Откликнувшись на псионный сигнал Керриган, объединенная группировка тиранов-протосов прибыла к Ульдару, заброшенному родному миру Зелнага. Их цель пока остается неясной. Рейнер и Артанис собрались в заре военного совета на борту Адуна, нет королевы клинков. Протосы славятся умением осваивать опасные территории, уничтожая любое сопротивление. В этом задании вы должны стать примером для своих союзников. Мы уже давно ждем в этом проклятом месте. Если бы королева клинков хотела говорить, она уже была бы здесь. Она не обманется, Лендис. Если она сказала, что это важно, лучше ей поверить. Я не привыкла оказывать предателям такую честь, командир. Маловато веры для тамплиера. Артанис. Джим. Что происходит, Сара? Зачем ты собрала нас здесь? Амон жив. Его ненависть терзает пустоту. И он хочет вернуться. Даже сейчас я слышу голос. Это снова козни нашего врага. Это не его голос. Там есть кто-то еще. Его наполняет отчаяние. Он страдает. Но в нем нет зла. Мощь Амуна растет. Мы можем не дожить до его возвращения. Но оно неизбежно. И что же ты предлагаешь, Керриган? В Ульнаре есть врата в пустоту. Я собираюсь пройти через них и уничтожить падшего раз и навсегда. Но мне нужна помощь. Сара права. Нравится нам или нет, покончить с этим – наша обязанность. Зератул предсказывал, что этот день настанет. Мы с тобой, Керриган. Летит к чертям со скоростью света. Эти тени буквально рвут корабли на части. Так нам долго не продержаться. Голос звучит откуда-то спереди. Мы должны его найти. Я пошлю отряд на разведку. Близки к цели, Артанис. Я чувствую это. Надо отыскать источник миазмов и уничтожить его. Короче, понятно здесь, я потом продолжу. Интересные миссии, наверное, какие-то. Иначе тени медленно поглотят моих воинов.